Оценку новой детской площадки в Мичуринском тупике дают ее постоянные посетители – дети и их родители. Площадка нравится? Да. Домой. Мы пришли только сюда. Мы вообще с того дома пришли погулять. Отлично. Мы стараемся мониторить площадки, которые вновь установлены, с представителями комбинатов и благоустройства, которые эксплуатируют их. Общаемся с жителями на предмет замечаний, может быть, каких-то. Часто здесь бываете? Так, в принципе, ничего. Яркое, все целое. В прошлом году жители выступили с инициативой провести реконструкцию их детской площадки. Это удалось реализовать при поддержке муниципальных депутатов и главы городского округа Дмитрия Волошина в рамках губернаторской программы «Мой двор». Также здесь появилась и зона для занятия спортом. Были установлены тренажеры и зона для воркаута. Следующей точкой для осмотра стал двор на улице Мичурина. В целом по площадкам значительных нареканий нет, но выявлены мелкие недостатки. В частности, один из тренажеров был смещен на одной из площадок, и некоторые разрисованы. Все недостатки зафиксировали, и надеюсь, они все в скором времени будут устранены. Проверили игровое оборудование и в левобережной части Химок. Здесь, на совхозной улице, осенью была установлена новая детская площадка. Сотрудники комбината по благоустройству вместе с депутатом Совета депутатов Ириной Спириной оценили качество проделанной работы. Облагораживаются дворы по усмотрению жителей. То есть жители принимают решение, какая должна быть у них площадка и, соответственно, в какой концепции должна быть эта площадка. И уже с мнением жителей уже соглашается, естественно, администрация и уже, соответственно, такие вот площадки строятся. В 2021 году в рамках проекта «Городская среда» были благоустроены 29 дворовых территорий.